Всем привет, мои уважаемые подписчики! Вот и залетает новый видеоролик. В этом видеоролике мы пойдем в наше любимое место под названием Казик. Братан, Казик не является способом заработка, это всего лишь развлечение. Никогда не иди играть на последние бабки, ведь ты можешь слить все. А если ты еще не играешь у нас на проекте, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А для комфортной игры тебе нужен самый лучший промокод, который ты увидишь на экране. Вводи мой промокод Трунов и становись самым богатым человеком в нашем штате. Также хочу сказать, что я не являюсь никаким ни гуру казино, не предоставляю никаких услуг, мы просто идем играть вместе, делаем контент. Ты также можешь со мной выиграть, а также можешь и проиграть. Но если ты хочешь со мной поиграть, для этого тебе нужно поставить лайк и написать комментарий. Каждое воскресенье я запускаю стрим и рандомайзером выбираю, кто со мной пойдет. Давайте смотреть новый видеоролик, не забываем. Еще раз, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, а также поставь колокольчик, чтобы приходило уведомление. А всем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. Давай, а нихуя, что тут нету народа? Да похуй вообще на этот народ. 313, сделай ставку первую. Поставь на однерку. И сделай по 150. Поставь на 16 и поставь на 32. Так, я не знаю, кто такой Стас, я у тебя видел на стриме. Цифра 6. И 33. На Влада. На еврея это 2-0. На Роба это 24. Все проплачено. Свой жаргон. О, 33. Стаса в жопу отъебли нахуй. Так. Давай на 28, на 26. И на 13. 13. А, ну предыдущие ставки. Они нихуя не были. 15 упало. Ставь на 20-ку. Так. На 28. И на 26. А ты свои видосы закидываешь в кинотеатр? На 4-ку поставь. На 22 и 24. Мышку. До стола. Тридцать два. Четверку поставь, кстати. Сверху вот падало 21-4. И поставь на 23. И сколько бипишек падает? Ну, два на випке. О, заебись. На однерку поставь. На 16. И на 2-0. Я вообще руку с мыши убираю.
А зачем руку-то убирать? Надо мышку со стола убирать, так не канает. Хуя отмазался, блядь. Ой, блядь. Давай. 11, сука, горбатая, уебище беспонтовое, блядь. Мразь, хуесоска, гнида. Плюха, блядь. Че, помогает так? Нет, это не 11, да? Да. Коллаборация GTA 5 RP, то пизжа выглядит. О, девятка, да? 26. Это наша победа, блядь, потому что 2 числа, 9-26, одинаковая анимация. Поставь на Стаса на 17 и поставь на 31. Я, блядь, голову поворачиваю, чтобы нормально цифры читать. А. Блядь, а чё там, блядь? Телевизор, блядь, за место монитора, блядь, на всё. Прям в точку. Вот, лица. Поставь на тройку. 300-300. Ёбаный пиздец ты, нахуй. 1300, блядь. Бэкскейс не дожал. О, 16, слушай. Я это сколько мы поставили? На нахуй. Нихуя, это сколько? 4,5? Да. А можешь остановиться? Давай, по сколько? По 150? По 300, не по 9000. 300 ставь. Поставь на семерку. Я хуею, оно сегодня вообще 2 нуля будет давать. За место этого ебучего нуля сделай 1500 нахуй и поставь на 2 нуля. Пизда, молимся, пацаны, чтобы 2 нуля упало. Блять, это прикол, блять, еще раз. Нолик? Да, блять, я хуею, сука. Сделай 200 ставку. Блять, поставь, ебать, 34-34-0-0, блять. Поставь на однерку. Нету. Выходи. А, какая круглая цифра. Денежки, говорит, ушли. А с чего они ушли-то, блядь, в плюсе? Вот эти вот 300 тысяч, которые я сегодня принес в казик. Это мои последние бабки были. Но мне на них насрать.